Друзья, всем привет! Сегодня хотел сделать небольшое объявление по поводу трак-шоу. Всем, кто не слышал, кто слышал, еще раз повторюсь. Значит, в этом месяце, то есть через несколько дней, в сентябре 24, 25 и 26, четверг, пятница, суббота, будет проходить трак-шоу в городе Джаплин, штат Миссури, на 44-м хайвее, на 4-м экзите. Будет трак-шоу для классиков, траки разные там будут и все такое. Была такая, ну как сказать, идея, да, значит, соединить наших русскоговорящих тракистов на этом трак-шоу, чтобы не создавать свое трак-шоу, потому что это очень тяжелое дело, создание и все такое. Мы не такие еще огромные, группа такая огромная, чтобы сделать лично свое трак-шоу. Поэтому мы решили присоединиться к этому трак-шоу. Поэтому всех милости просим 24, 25, 26 сентября этой недели, текущего месяца, сентября, значит, в город Джаплин, Миссури, приедьте на трак-шоу. Если вы проезжаете мимо и у вас всего пару часов есть, вы не можете остаться на пару дней там, милости просим, ребят, заезжайте, знакомьтесь. В данный момент мы создаем огромное соединение, объединение тракистов по всему миру. И также тракистов Америки вместе. Поэтому решили сделать такое вот небольшое воссоединение тракистов в этом городе, чтобы познакомиться лично, пообщаться вместе, провести время. Достанем, там есть ребята, которые выращивают баранов. Возьмем барана, сделаем шашлычок, ребят, плов сделаем. Будет очень интересно. На самом трак-шоу поучаствовать будет очень интересно, посмотреть красивые траки. Также там будет много интересной программы, в которой мы поучаствуем. Очень будет классно, весело и все такое. Поэтому всех милости просим, ребят, приезжайте, подсоединяйтесь к нам, присоединяйтесь, знакомимся. Расскажем про наше Зелло, вот, про канал, про все расскажем, что у нас за движение и все такое, воссоединение тракистов, чтобы тракисты были одной семьей огромной и дружили вместе. Поэтому абсолютно не имеет значения, какой вы нации, если вы разговариваете по-русски, мы вас милости просим, присоединяйтесь к нам. Просто хотел сделать небольшое такое видео, чтобы те, кто не смотрит канал, то есть не участвует в канале Зелло и также не участвует в ВКонтакте, в группе, смотрят канал только, чтобы вы знали об этом трак-шоу, также не были обделены, ребята. Всех абсолютно приглашаем, если вы оунер-оператор или просто компани-драйвер, не имеет значения. Если вы дальнобойщик, мы вас ждем. Также хотел обратиться к ребятам, которые ждут новых видео от меня. Ребят, видео будут через пару недель, потому что я еще не закончил свой рейс. Я заехал домой на несколько дней. Времени нету делать видео сейчас. У меня груженный трейлер стоит. Я когда развезу до конца все вещи, вернусь домой на пару недель на отдых и обязательно сделаю для вас видео, поэтому немножечко еще подождите, будет видео, несколько видео будет, не знаю, 5-6, сколько видео получится. Поэтому все будет, все нормально, я ни про кого не забыл, ребят, всем огромный привет. Я очень счастлив, что на мой канал продолжают подписываться люди, новые люди. Очень вам благодарен за то, что вы участвуете в моем канале, смотрите, поддерживаете канал. Очень приятно вас видеть там. Комментарии читать, ребята. Всем огромное спасибо, всем дальнобойщикам всего мира огромный привет. И еще раз, ребят, все, кто будет приезжать в Джаплин, Миссури, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему трак-шоу. Под этим видео в описании зайдете на ссылочку описания видео внизу, там будет адрес трак-шоу и также номер телефона, по которому вы можете позвонить, и любая информация, которая вам нужна будет, вы там можете ее получить. Поэтому, пожалуйста, звоните по этому телефону, русскоговорящий будет человек, вот, ответит на все ваши вопросы, без всяких проблем, абсолютно, даст любую информацию. Всех ждем, всем удачи, держитесь, мужики, и будьте осторожны на дорогах.